Всем привет! Может быть, вы знаете, если вы мой подписчик, но основной мой контент, ну, в идеале основной мой контент, это стихи. Я пишу стихи уже давно, с 15 лет. Сейчас мне 20, получается 5 лет. И сейчас я хочу вас научить писать их вот буквально сходу, просто смотря на то, что вас окружает. Мы будем учиться написанию простых стихов. Конечно, это будет не какой-то шедевр, не какой-то сложный стих, а вот именно простой стих, который пишется именно сходу. То есть для этого вам понадобится листочек или тетрадь, ручка и капелька воображения. Чтобы получилось написать стихотворение, нужно понимать несколько основ стихосложения. Даже не обязательно быть Пушкиным или Шекспиром, просто нужно понимать, как это работает. Ну, грубо говоря, основные вещи это то, что желательно, чтобы была рифма, особенно в простых стихах. И также, чтобы строчки были примерно одинаковы по размеру. Мы берем классическое стихосложение. Сейчас я вот буквально с вами буду сочинять стихотворение. Все, начнем. Вижу. Что я вижу? Я вижу бутылку воды питьевой. Давайте так и напишем. Я вижу бутылку воды питьевой. Ну, она передо мной стоит. И поэтому я... Ну, вот, сходу сочиняем. Запятая. Первая строчка готова. А что еще видно? На этикетке объем 0,4. Так и запишем. Вторая строчка с первой у нас не будет рифмоваться. У нас будет перекрестная рифма. Это значит, что рифмуется первая, третья, вторая, четвертая. Что можно с ней сделать? Ее я могу взять, конечно, с собой. Ну, логично, все берут воду с собой. Так и запишем. Ее я могу взять, конечно, с собой. Видите, у нас уже первая строчка рифмуется с третьей. Вот уже почти одно четверостишье готово. И нужно последнюю строчку в четверостишье нашим добавить. Но и неплохо было бы выпить. То есть, может быть, мы сейчас хотим ее выпить, так и запишем. Но и неплохо было бы выпить. Было бы... То есть вымыть. Вымыть лучше. Потому что она грязная, у нас, может быть, стояла тут, пылилась неделю. Какая-то она грязная вся. Ну, ее сначала надо помыть, а потом уже в нее что-то наливать. И у нас тут получается такая интересная рифма. 4 вымыть. Вы, может, сначала не поймете, как бы, то, что окончание разное. Ре, идти. Где тут рифма? Рифма работает не совсем так просто. И рифма это, может быть, ударный слог. Ударная гласная. 4 вымыть. И очень яркая гласная, поэтому даже в начале слова она дает хорошую рифму. И вот такие рифмы, вроде 4 вымыть, то есть числительный глагол, которые разные по форме, считаются очень хорошими. То есть плохими считаются, например, бежать, скакать, любовь, кровь. То есть когда глагол с глаголом, существительное с существительным, это неинтересно. Интересно, когда разное по форме. Что еще я вижу? Вот. А на столе что-то крошки от семечек. От семечек. Нужно его протереть, но потом. Ну, потому что мне лень, так что запишем, так и запишем. Нужно
его протереть. Но потом, нам лень сейчас его тереть, поэтому потом. Все, пишем честно. Что еще видим вокруг? Вот. Темно на улице. Запишем. Да и на улице страшная темень. Темечек темень. Тоже рифма неплохая. На улице страшная. Извиняюсь за почерк. Темень. Семечек темень. Семечек темень. Рифма тоже. Созвучные слова. Сами по себе они похожие. То есть там М в середине Е. 2 Е. То есть интересная рифма. Что можно еще сказать? Я дома, и это хорошо. Так и запишу. Как хорошо, что со мной мой дом. Потом, видите, потом и мой дом тоже рифма. Все работает. Давайте дальше думать. Чего еще у меня есть? Вот, шлепки есть. Шлепки мои цвета синей волны. Ну, синие же, да, правильно. Шлепки мои. Мои цвета синей волны. Синей волны. Словно из моря. Из черного. На Черном море, знаете, какие волны синие, так что так и запишем. Словно из моря, из черного. И на трансляции нас уже сейчас, давайте скажем, что нас три. Волны три. Логично, нормальный рифма. И на трансляции. Нас уже три. Поэзия. Это вот мы сидим за столом, это застольная поэзия. Поэзия в жилах. Застольная. Черного застольная, три волны. Давайте прочитаем, что у нас получилось вот за эти 2 минуты, когда мы смотрели просто по сторонам. Я вижу бутылку воды питьевой. На этикетке объем 0,4. Ее я могу взять, конечно, с собой, но неплохо было бы вымыть, потому что она грязная какая-то. А на столе что-то крошки от семечек. Нужно его протереть, но потом. Да и на улице страшная темень. Как хорошо, что со мной мой дом. Шлепки мои цвета синей волны, словно из моря, из черного. И на трансляции нас уже три. Поэзия в жилах застольная.